You seem a little parched. For Pandaria! Ember Spirit, Ксин. Однажды в одной военной кузне творилось что-то необычное. Кузнеца по имени Ксин, пытавшегося создать оружие, охватил огненный дух. Спустя много упорных часов он сковал пару магических мечей. Любуясь проделанной работой, он почувствовал, как его охватывает огненный дух, превращая Ксина в существо. Ксин стал сильным и быстрым воином. И вообще, одним из лучших воинов Sentinel. Запилится? Руж. Да, у меня еще есть тут еще. Столько претендентов на смерть. Ах ты, крыса. Хорош, с боев поди. Да. Не, ну это может быть на вставочку. Давай, давай. Хорошо, все. Нормально. Все, на ТП-шке уходи. Че это ты юзаешь такое? Давай, побегаем. Опа, максимально так. Оу. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, да. Да, кстати, я в наушничках сегодня, потому что так нужно. Сегодня у нас гайд на Эмбер Спирита. А это значит, что сегодня мы постараемся разобраться в ее скиллах и, конечно же, понять, какая у нас мета на 85-й карте. Какой у нас спелл? Чай нам называется, какой называется фистом, какой называется флеймгуардом и, конечно же, фаер ремнантом, друзья. Данный гайд, думаю, получится очень интересным. Я пока не знаю, какой у нас геймплей будет, но мы попробуем, конечно же, этого героя пособирать в очень интересной сборке. Попробуем через рапиры, попробуем в дефолт и попробуем просто в тимфайтера собрать такого, чтобы можно было просто душить с руки. Ну и что ж, пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Да, друзья, тут должна была быть заставка, но заставочки, к сожалению, нету. И пока ее не будет. Что ж, смотрите, первая способность на нашем персонаже — это чайны. Это способность, которая позволит вам зарутить оппонента. Напоминаю, что такое рут. Рут — это способность, которая будет не позволять оппоненту отблинковаться там, заюзать чарш на баре, если там это бара. На пака очень жестко подействует данная способность, что пак не сможет зайти в шифт просто под этим рутом. Ну и, в принципе, это не стан, запомните. Это рут. Рут, то есть как корни у медведя. Просто, ну, вы можете крутиться, можете нажимать там кнопки, но вы будете стоять на месте. И все. В общем, вот такая вот тема. И что ж, как у нас работает Chains вот этот? Я вам сейчас расскажу. Хоткей у нас C. И данная способность позволяет зарутить двух оппонентов, находящихся в радиусе 400 единиц. То есть по рандому вылетает этот Chain и можно зарутить. Смотрите. Юзаем, один раз так залетело, юзаем, второй раз так. То есть по рандому оно залетает, и нужно это держать в голове, что если вы рядом с крипами это юзаете, то вы можете крипов зачайнить и все, так сказать, зарутить. И все, и все. И все, и все, да. Что ж, смотрите, по уровням прокачки все просто. На первом уровне на 1 секунду длительность этого рута и 80 ДПС. На втором левеле 2 секунды и 60 ДПС. На третьем уровне 2 секунды и 120 ДПС. На четвертом уровне 3 секунды рута и 100 ДПС каждую секунду. То есть, получается, эта способность позволяет зарутить на большое количество времени и, конечно же, нанести какой-то урон. Суммарно, в принципе, урон. Вы посмотрите вообще, в принципе, какой тут разброс. 80-60 урон, 120 и 100. Но это, на самом деле, сделано для баланса. То есть, тут с повышением времени, естественно, способность начинает и чуть-чуть меньше дамажить каждую секунду. Ну, а суммарно у нас урон получается так. 80, 120, 240 и 300 единиц урона. В принципе, балансно, я считаю. Ну и калдаун 14, 12, 10 и 8 секунд. Монокост 110 маны. Очень простенько. То есть в теории данная способность очень проста. По ходке C вы подходите на расстояние 400 к оппоненту и просто вот так вот рутите. И все. Наносите при этом ДПС и немного так дизейблите, не давая ему никуда уйти и сдвинуться с места. Очень-очень даже прикольно. В руте вас могут атаковать. Это рут, это не стан. Не забывайте об этом. Ну и, конечно же, касаемо сбивания телепортов, это все очень просто. Чайны изи сбивают телепорт. И как бы все очень-очень-очень просто. Друзья, так как у нас способность наносит магический урон, соответственно, на нее не работать будут блэкинг бары. То есть, если мы
бежим на оппонента, у которого БКБ, нажимаем чайны, то, естественно, ничего не произойдет. Ну, и этот рут очень легко развеять каким-нибудь с дефолтным, ну, диспелом, типа там диффуз даже, манта, я не знаю, ну, просто очень-очень легко диспелиться. Вот такой вот простенький у нас, ребят, спел, не знаю, я всегда его стараюсь максить вместе с флеймгуардом, но это уже увидим, так сказать, на практике, друзья. Поехали, посмотрим на фисты. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это фисты. Фисты очень интересная и очень сложная на самом деле способность. Казалось бы, просто вы можете спамить, но тут есть очень много нюансов, о которых хотелось бы рассказать, но я боюсь, все равно что-то упущу. Если что, в комментариях можете дополнить. Я там постараюсь как бы пометить, чтобы ребятки, если что, спускались и смотрели. В общем, смотрите, прокачиваем фисты, хоткей у нас Т. У этой способности есть дальность применения 700 единиц. Что у нас будет происходить? Вот такая вот у нас маленькая пока что ОЕшка, потом поговорим о ОЕшке чуть-чуть поподробнее. И вот это нажимаем, опа, и видели, Ксин так тык-тык дал две тычки оппонентам, которые находятся у нас в этой АОЕшке. Как это работает, я вам сейчас расскажу. Данная способность позволяет в этой АОЕшке атаковать всех с бонусом, но бонус на крипов будет работать в 50% меньше, а на героев будет работать 100%. То есть, смотрите, по уровням прокачки все просто. На первом уровне 20 бонус дэмэджа в 250 АОЕ будет наноситься, на втором 40 бонус дэмэджа в 350, на третьем 60 бонус дэмэджа в 450 АОЕ и на четвертом 80 бонус дэмэджа в 550 АОЕ будет носить данный фист. И КД у нас такой 30, 22, 14, 6 секунд. 6 секунд, каждые 6 секунд вы сможете бахать этим фистом. Ну и монокост 50 маны. Данная способность очень-очень крута. Я вам сейчас покажу почему и в принципе расскажу, что можно с ней делать. Во время фистов вы можете нажимать все абсолютно. То есть вы можете нажать чайны, вы можете нажать в принципе дагер. То есть вы вот так вот делаете и отблинковываетесь потом после этого. Именно конкретно в само действие фистов вы не можете использовать данную тему. Вы находитесь неуязвимы, когда вы находитесь в этих... фистах, вы сами неуязвимы, то есть ваша цель, она как бы стоит вот здесь вот на месте, то есть вы сам персонаж стоите здесь на месте, но на самом деле вы находитесь в этой драке, то есть вот эти персонажи все, которые сейчас были атакованы, над каждым персонажем появляется вот эта метка, что типа вы его атакуете, и мгновенно носите тычку. Блин, тут на самом деле столько всяких приколюх, если вы вдруг делаете эту тему с тумана войны, то естественно вы намного... То есть вы немного, вернее, раскроете вот так вот оппонентов, и есть шанс, что что-то у вас вылетит. Если у вас есть какие-то орб-эффекты, или еще молния, там, или еще что-то, Battle Fury, то все это будет работать в фистах. То есть есть шанс, допустим, если у вас есть Abyssal, что вы вот так вот сделаете фист, то на кого-то из них вылетит стан. Да, это так и работает. То же самое с критами и прочей всякой темой. То есть это такой универсальный damage spell, который будет позволять улучшать способность вашего героя к нанесению урона. Ну и не только. Вы можете еще артефакты так украсть. То есть если у вас хорошая ловкость рук, то вы, допустим, вот так вот фист делаете, прокликаете, и вы можете что-то украсть попробовать. То есть давайте, ну, вот даже сейчас для теста вот попробуем просто вот. Ну вот, вот, оп, все и получилось. То есть эта способность очень прикольная именно этими моментами. У нас еще есть много всяких механик с ультимейтом по поводу этой способности, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Ну, в общем, хотя, что тут тянуть? Во время того, как вы делаете фисты, если у вас есть Fire Remnant, то вы можете прервать эти фисты и улететь на ремнанте. Но это я уже покажу на ультимейте. В общем, друзья, вот такая вот интересная способность. Как этой способностью пользоваться, думать вам. Либо вы хотите артефакты воровать, либо что вы там хотите, я не знаю. То есть, если артефакт будет рядом с целью лежать, то можно изи. И данная способность не имеет время применения. То есть, смотрите, если вот тут стоит в АОЕшке очень большое количество крипов, то пока вы всем этим крипам не нанесете урон, вы не появитесь обратно здесь на месте. Но, естественно, это вы можете прервать ультимейтом. Об этом я уже сказал, но потом, если что, еще покажу. И, в общем, вот такая вот способность. Также можно, по идее, сделать у нас еще телепорт во время этого... Да, можно. То есть тут эффект даже, как видите, есть во время... Там можно сделать телепорт, это очень круто. В общем, все способности вы можете юзать. Там, не считая уже догонов, фиксов и всякую другую тему. То есть, допустим, смотрите, итем догон 130, то есть вы, допустим, вот так вот делаете. И вот
просто все и интересно, друзья. То есть смотрите сами, как собираться. Но уроном намного лучше эта тема. Тем, что просто фисты. Каждые 6 секунд у вас есть, если куча урона, вы можете спокойно усилить урон. Дополнительный еще, плюс, смотрите, бонус 80 бонус дэмэджа, но ослевели 550 уи. Это очень круто. Ну что, друзья, шарик уже загавкал, говорит, уже переходи на другой спелл. И как бы тут нечего рассказывать. Поехали на третью способность. Итак, друзья, третья способность на нашем персонаже — это Flame Guard. Flame Guard — очень интересная способность, позволяет нашему персонажу быть более стойким к магическим уронам, ну и, конечно же, наносить урона самим немножко побольше. Смотрите, данная способность активирует щит огненный, который позволяет ДПС наносить оппонентам, кто находится в радиусе 400 единиц. И при этом, когда нас будут атаковать магией какой-то, мы будем иметь, так сказать, впитывание этого урона, но на определенное количество дэмэджа. Смотрите, хоткей у нас Е данной способности, прокачали мы ее, нажимаем и подходим на расстояние 400 единиц. И видите, оппоненты все запиливаются. При этом, если мы вот так вот ЦМ-кой нанесем достаточное количество урона, чтобы сбить этот щит, щит заканчивается, ДПС пропадает, и мы начинаем чувствовать магический урон. Как все тут у нас работает, в принципе, это уже понятно. По уровням прокачки тут немного есть сложности, друзья. Максимальное количество дэмэджа, которое мы можем впитывать магического урона, оно у нас разное в зависимости от уровня прокачки. Ну, естественно, длительность разная, также ДПС разный, ну и, конечно же, монокосты тоже будут разные. Смотрите, на первом уровне мы способны впитать 50 магического урона и наносить 30 damage per second в течение 8 секунд. Когда нам щит этот собьют, естественно, мы никакого ДПС наносить уже не будем, но, естественно, впитывать damage также не будем. На втором левеле 200 магического урона мы можем уже впитать, и 40 damage per second мы сможем наносить в течение 12 секунд, если нам этот щит не собьют. На третьем левеле уже 350 магического урона мы можем впитать, и ДПС будет равен 50 уронам в секунду. И длительность 16 секунд. Это круто. То есть длительность с каждым уровнем у нас возрастает. Ну и, конечно же, на четвертом уровне самые кайфы. 500 урона можем впитать. И 60 damage per second мы будем наносить в течение 20 секунд. КД у нас 35 секунд, и монокост 80, 90, 100, 110 маны. В применении данная способность очень проста. Нажимаем флеймгуарда, побежали. ЦМ-ка, допустим, такая, ей не хватит урона, чтобы снять мне флеймгуарда. Ну, естественно, некоторые жесткие прокастеры, которые будут вам сразу же этот щит сбивать, не будут позволять вам пользоваться данной способностью в полной мере, так сказать. Ну и, конечно же, будут сбивать щит, и вы не сможете нанести этим ДПСом никакой урон. Поэтому сильных прокастеров наш персонаж не очень любит. Любит таких, знаете, вот снайпер как бы может ультом только, в принципе, сбить, но и то там не хватит, и на 16 уровне только сможет сбивать. Ну, Ксин вот это вот как бы не любит. Ну и что ж, так как у нас это магический урон, соответственно, на БКБшных юнитов эта тема не работает. Ну и теперь, самое интересное, как мы можем снять этот щит с нашего, так сказать, персонажа. То есть, если у оппонента есть какой-нибудь юл, то он спокойно, как мы юзаем Flame Guard, сразу же может сбить этот юл. То есть, любой диспел может сбивать этот юл, сбивать этот Flame Guard, друзья. Просто уже записываю, и немного уже подустал. И что ж, смотрите, то есть, допустим, мы юзаем Flame Guard, и сразу на нас кидается юл, и, естественно, мы опускаемся уже без Flame Guard. То есть, мы уже не будем пользоваться тем магическим сопротивлением, которое нам дает эта способность. В общем, вот такой вот спелл, контроль на него очень легкий, диспелится легко, и там и торнадо инвокер может спокойно, может там мы можем сами себе его сбить даже, я скажу вам. То есть, допустим, итем манта, допустим, смотрите, мы нажимаем, по идее оно должен скидываться. Нет, не скидывается, это пофиксили, все же не можем мы себе сбить. Но по идее итем еул, по идее, должен нам самим этот щит сбить. Окей, перебафали. И смотрим. Нет, тоже, походу, не сбивается, да? Нет, сбился все же. То есть мы сами себе юлом можем его сбить. А мантой не можем. Манту пофиксили. Это очень радует, друзья. В общем, вот такая вот у нас способность, братцы. Переходим уже к самой интересной способности. Это, конечно же, наш ультимейт. Поехали. Итак, друзья, теперь самое интересное, что у нас есть на нашем персонаже. Это, конечно же, Fire Remnant. То есть, это способность, которая позволяет нашему персонажу перемещаться очень быстро. Смотрите, прокачиваем данную способность. Хоткей у нас F на данную способность. Прокачали мы ее. И появляется у нас дополнительный какой-то спелл с хоткеем R. Эта способность будет позволять нам телепортироваться к нашему ремнанту, которого мы будем ставить. Давайте поговорим сейчас о ремнанте. Прокачали хоткей F, кидаем его. Дальность применения 1500 единиц. Кидаем на F.
У нас пробегает вот такой вот ремнантик, ставится, и что ж, что у нас вообще он делает? Просто он может вот так вот стоять, и по ходке R мы туда можем прилететь. Давайте сделаем. Оп, и полетели. Как видите, к персонажам, кто находился рядом, 450 единиц, это у нас радиус вот этого урона, то они получили урон, и мы туда прилетели. Все очень просто. В зависимости от уровня прокачки у нас тут увеличится урон, когда мы вот так вот влетаем в толпу с помощью этого ремнанта. 100, 150 и 200 урона мы можем нанести. Смотрите, КД у нас данной способности такое. Время восстановления заряда одного 35 секунд. Количество зарядов у нас 3. Вот тут вы видите лапки такие. Эти лапки сигнализируют о том, сколько у нас есть сейчас вот таких ремнантов. Опа, одного закинули, лапка одна улетела. Опа, второго закинули, тоже улетела. У нас сейчас доступен всего один еще ремнант, но к этим мы также можем телепортироваться. Пока у нас вот тут вот идут вот эти лапки, перезаряжаются, мы можем обратить внимание на то, что, смотрите, я кинул в туман войны этого ремнанта, он нам дает вижен дополнительно. И что ж, и как нам пользоваться, если, допустим, мы кинули вот так вот два ремнанта? Нам нужно куда-то прилететь, но мы не знаем как. То есть мы можем вот сюда полететь, мы можем сюда. Да, но как это сделать? Смотрите, все очень просто. Если вы хотите к этому ремнанту полететь, то вам нужно нажать R и примерно куда-то в эту сторону нажать. При этом Ксин полетит вот так вот. То есть он сначала полетит сюда, здесь всех ударит, а потом сюда. То есть давайте покажу. Примерно это будет выглядеть вот так. И наоборот это будет, если у нас один ремнант здесь и один здесь. Если мы хотим полететь к этому ремнанту, то, соответственно, мы должны нажать ближе к вот этому ходке R. И у нас вот так вот Ксин сделает вот так вот треугольничек и прилетит сюда. Все очень-очень просто. При этом он здесь урон нанесет в АОЕшке 450 и здесь. Очень просто. С какой скоростью, скажете вы, двигается этот наш ремнантик? Он двигается со скоростью в 2,5 раза больше, чем скорость нашего персонажа. То есть, смотрите, расстояние 1500. Сейчас у нас ремнант немного откатится, потому что по ходке Ре... по надписи Ре у нас, к сожалению, не восстанавливается. То, смотрите, наш, как ремнант побежит. Он очень быстро туда передвигается. То есть на 250% у него больше скорость передвижения, чем у нас. И вот так вот закидываем. Можно убежать там, можно телепортнуться на базу. То есть, что хотите, можете сделать, а потом просто нажимаете ходки R и примерно даже, ну, если у вас стоит один ремнант, то есть вы можете либо, блин, свет выключили опять, ничего страшного. Вы можете либо вот так вот нажать, либо можете на базе нажать под себя, и, естественно, вы туда прилетите. Вот такая вот у нас, друзья, способность, этот ремнант. Ну и что ж, в принципе, тут больше и нечего-то рассказывать. Три чаржа, длительность одного вот такого ремнанта 45 секунд, он у нас, то есть 45 секунд стоит. И, конечно же, КД у нас 35 секунд одного чаржа. Очень-очень просто, друзья. Не знаю, меня тут не видно сейчас, не могу на себя смотреть, даже покраснел. Ну и что ж, в принципе, вот так вот и пользуюсь ремнантом. Просто это для того, чтобы делать, так сказать, какое-то перемещение по дракам. Ну и что ж, друзья, в принципе, нечего больше тут рассказывать. Ремнанты очень прикольная тема. Куда вам надо, туда нажимаете на ходке R, и у вас персонаж перемещается. Все очень-очень просто. Вроде ничего не упустил. По монокостам у нас тут 150 маны, один ремнант, то есть один раз вот так вот пролететь куда-то, ну вот именно на ходке R, то есть, допустим, мы вот так вот сделали, нажимаем R, и это будет требовать 150 маны, чтобы вот так вот пролететь. И, в принципе, это все. Друзья, постараюсь сделать как можно четче геймплей на данного персонажа, чтобы было прям овер-интересно. Ну и надеюсь на вашу поддержку. Спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете, и обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан, чтобы увидеть какого-то своего героя в моем исполнении, чтобы увидеть какой-то гайд, но не забывайте, что гайдов уже очень много. Ну что ж, на этом все, погнали смотреть геймплей. Что ж, друзья, забыл я немного дополнить тот момент, что вам обещал сказать с фистами. Ну и, конечно же, немного еще о Fire Remnant не договорил. Друзья, смотрите, наш персонаж не сможет использовать ремнант, то есть вы не сможете его кинуть, если наш персонаж очень сильно замедлен, так как ремнант считывает у нас скорость персонажа, то если скорость будет маленькая, то, соответственно, ремнант будет очень медленно двигаться. Но, естественно, если вы будете в стане, то, естественно, ремнант тоже будет бежать на месте. Смотрите, и опа, он полетел, ремнант у нас долетел. То есть, когда вы находитесь в станах, в рутах, в замедлениях, то ваша скорость ремнанта, естественно, будет меньше. Поэтому вам нужно будет как-то этот момент регулировать, чтобы, допустим, не было такого, что вы кидаете ремнанта,
и сразу же нажимаете, да, то есть у вас ремнант не успеет пролететь максимальное расстояние до того объекта, куда вы нажали, и вы нажмете R, то у вас сразу же персонаж, как ваш персонаж, достигнет этого ремнанта во время полета, он сразу же остановится. То есть вот этот момент нужно понимать. Но и тот момент, о котором я хотел рассказать вам про фисты, я тоже этот момент упустил, когда рассказывал, но, видимо, мне помешало на самом деле отключение света, потому что свет иногда часто сейчас вырубает, иногда часто, да. И, конечно же, приходится быстренько, чтобы не вырубился комп, чтобы не стерлось то, что я уже записал. Смотрите, как можно пользоваться ремнантом во время фиста. Вы можете во время фиста откидывать этот ремнант. То есть, опа, фист накинули, и ремнант у вас полетел отсюда сразу же с фиста. Но пока вы не достигнете этой цели, ремнант у вас не начнет отсюда двигаться. То есть вы можете немного времени выиграть и откинуть ремнант. И он откинется у вас отсюда, где вы били фистами. Это первый момент. Второй момент, как можно воспользоваться ремнантом во время фиста. Я уже это говорил. Говорил, что это будет позволять вам уходить из драк. Но как, я вам не показывал. Смотрите, то есть вас пытаются атаковать, то есть вам закидывают даже какую-то способность, и вы уходите в неуязвимость во время фиста и сразу же нажимаете hotkey R, чтобы полететь к ремнанту. Как это будет выглядеть? Примерно вот так, смотрите. То есть вы уже отсюда, все думают, что вы тут, сейчас будете, будут вас убивать, готовиться, а вы можете нажать hotkey R и, соответственно, уже будучи неуязвимыми, прилететь туда на ремнант. То есть примерно в драке это будет выглядеть так. То есть, допустим, если вы там начали драться, опа, опа, вас хотят там убивать, и вы такие берете, просто уходите в фисты и улетаете. Можно улетать во время фистов, не обязательно дожидаться того момента, как вот я сейчас дожидался. Смотрите, вот мы ремнант оставляем, такие деремся в фистах и сразу же отменяем даже фисты и улетаем. То есть можно сделать так, вас не смогут так зацепить. Ну а если там есть какие-то хиксы, то, конечно же, нужно вам быть более аккуратным. Ребят, в общем, надеюсь, вам этот гайд понравился, вот такая вот понравится, вернее, вот такой вот небольшой вам бонус, как пользоваться можно способностями. Надеюсь, вы теорию смотрите, бывает иногда очень интересно, бывает, да, скучновато, но ничего страшного. Поехали уже на геймплей, друзья. Ля, хорошо так. Ну что, друзья, загружаемся. Мы первую каточку нужно отыграть качественно. Что у нас боится Ксин? Ксин у нас боится хиксов, боится сайленсов, боится станов. Все, больше ничего не боится. Очень можно легко перемещаться по драке. Все будет пушечно, друзья. Главное душить. Всяких очень сильных прокастов, как я уже говорил, он реально не боится. Ну, он боится реально очень больших прокастов, потому что этот герой, он такой. Флеймгуардам, если не дают попользоваться, ГГ. Очень тяжело, безусловно, друзья. Поэтому сразу берем ФП и идем. Ничего страшного, пусть контрпикают, задушим. Сейчас будем собираться так, как я собираюсь. О, шторм, шторм мы взяли, неплохо. Берем вот эту штуку, вот так вот, и погнали. Можно иногда щиток не брать, уходить сразу, там, кинуть другие артефакты. Сейчас мы возьмем, короче, знаете, что сделаем? Возьмем, сделаем там стик, аквилу, такое всякое фановое. И будем в тревела выходить, и с помощью тревелов будем уже подфармливать другие линии, там уходить на ТПшках и всякое вот это тому подобное. Смотрите, у нас против станет шторм против Хина. Кузницу охватил огонь, и Ксин появился. Ля, круто. Крутое, блин, если честно, были проблемы с этой историей. А, жесть, тяжело было. Но ничего страшного. В общем, смотрите, через что тут будем собираться. Тут будем собираться, короче, в Радиенсы. Я по-другому не буду собираться. Тут в Радиенс пойдем, потом в Battle Fury фановый, короче. Там рапиры всякие, Battle Fury. Через даггеры будем так собираться. А почему нет? Почему нет? Фаново. Прикольно. Интересно. Вот и все. Душим. На первом левеле что качать? Ну, вообще, чайны первого левела — это такой шлак, на самом деле, жесть. Они вообще, они не дамажат, ничего не делают. Я вообще стараюсь раскачивать 1-3, потому что, ну, вот чайны, когда они третьего левела, это реально очень круто. Реально, они очень сильные, они очень крутые, прям по 100 DPS и прям все хорошо. Ну, вот как бы Flame Guard — отдельная история, типа, ну, замакшенный Flame Guard — это очень хорошее сопротивление магии. То есть шторм там не сможет тоже своим ремнантом ударить.
не сможет ультой много нанести. Снайпер не сможет шрапнелью подушить и ультануть тоже в меня. Огр, ну, огр быстро собьет мне щит, потому что там, если мультикаст вылетает, 2х уже почти щита нету, плюс игнат чуть-чуть попилит и гг. Понимаете, друзья? Как бы, ну, вот так вот это все и работает. Ну и что поделать, что поделать. Ну, все равно будем качать у нас, конечно же, Flame Guard, ребят. Взяли там еще этого лорда Авернуса, Навернуса. Будем, друзья, душить как-то. Главное забрать рунку сейчас. Ага, у нас тут противостояние. Пуч против Сина. Забирает руну, поворачиваем карту, берем куру. Давайте вот так вот сделаем. Куру взяли, побежали. Куру взяли, побежали. Друзья, всем хорошего настроения. Спасибо, что смотрите гайды. Так, у нас тут, смотрите, у нас Пиндарен, короче, тут тоже. Давайте вот так сразу переагриваем. Ага, не видит он меня. Ласхитить на этом героя одно удовольствие, на самом деле. Анимация приемлемая, с топориком вообще по кайфу. За Пандарию. Хороший герой вообще, мне он очень нравится, он очень мобильный и реально. На нем интересно играть. Сразу так ремнантом тысяч избил меня. Щит. Там 50 флейм дэмэджа. Ой, флейм дэмэджа. Мэджик дэмэджа можно. Только. И все. Ляша делает. Возвращенец. Давай, давай, еще. Еще, еще, еще. Не хочет. Давайте стик возьмем. Стик и хилочку желательно принести. Будет хорошо. Я его на третьем, на четвертом левеле убить должен. Если он так будет стоять агрессивно. Хорошо. Все есть. Даже на третьем левеле, по идее, должен убить. Заберу. Этого заберу. Слишком, он слишком быкует. Он чувствует, вроде как я сдал позиции, но все, можно идти. Это, по идее, изи фраг. Главное, чайный не прогулять. Все, и поехало. Оп. Готово. Парень уверенный был, но не до конца. Все-таки он немного ошибся и прогулялся. И чайные берем. Чайные — это круто. Если честно, блин, не очень они чайные работают. В плане того, что дэмэджа сразу они не дают. Я это на теории не стал рассказывать. Короче, чайн закидывается, потом идет дэмэдж, рут, вся фигня. Такое себе. Мне не нравится, как они работают. Деда забрали, хорошо. Погнали сюда на рунку. Вот ли кейс, можно поесть. Надеюсь, рун не законтрил. О, так вообще халява. Вообще халява, ребят. Не забывайте, если играете ксином, берете ботл и идете просто на руны. Ля, смотрите, как он там душит крипов. Опа, смотри, как я умею. У меня два меча. Ща-ща, быстренько. И затушили. Надеюсь, игра получится интересная. Да, не добил. Вот я ракви. Старайтесь добивать каждого крипа, ребят, на миду, ведь от каждого крипа зависит, насколько поздно, насколько рано или сколько поздно вы купите тот или иной артефакт. Сейчас давайте, знаете, что сделаем? Побайтим его. Немного на тычке. Он понимает. Он знает, что я буду бычить сейчас. Опа, погнали. Свяжу его, хорош, так и гейма. Хорошо. Удачи, СПС. СПС. Стики есть, можно поесть, ребят. Все. ТП-шку берем. Шторма убить до 6 левела на Ксине — это реально. Это реально. Максимально так. Оу. Умер. Да. Лол. Я думал, эта тычка закатится. Я, если честно, не думал. Я не думал, что эта тычка достигнет цели. Я мог выжить. Но я думал, она закатится. То есть, ну как закатится? Обычно, знаете, как, допустим, вивером забегаешь в инвиз, пробегаешь по таврам, летит вот эта тычка, ты выходишь с инвиза, она катится. Тут я подумал, будет то же самое. Ничего страшного. Ничего страшного, ребят. Сейчас заагрессируем, убьем его.
Ёмпац. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Ну пойдет. Пойдет. А я смотрю, он шестой уже апнул. Думаю, ой-ой-ой, сейчас уйдет, парень. Сейчас уйдет. Он руну, скорее всего, тут забрал. А, не, ля. Пойдет. Че next там делаем? Ля, нам там топ спушили, к слову. Парни. Надо на низ, ребят, пробежаться, да, наверное? Давайте восьмой апнем и пойдем пробежимся. Опа, вот они. Бойцовский клуб пришел. Бойцовский клуб. Ля, ну это жестко. Вдвоем они меня победят. У них вард тут стоит, это понятно. Ля, душат просто последнего. Я понял. Но там еще шторм идет, в этом проблема. Хватит. Жесть, что делают парни. Смотрите на них. Если б не стик, я бы сейчас подох бы. Втроем пришли, просто начали зонить. Гоу. Моя очередь. Оу. Че, меня убить хочешь теперь? Братан, не получится. Уа. И готов. Это пацана. Хорошо. Ля, как переиграл. Ганг превратился в ганг. Кайф. Кайф, ребят. Кайф. Кика ФК 10 надо сделать, ребят. Там Найкс. Единственное, что с Найксом делать, ребят. А уже не дает кикнуть. Зачем? Ну вот этот руинерский хук, ну вот отвечаю. Ладно, тебя тогда убью. Серьезно? Видели пуч, что замутил? Подставу какую. Молодец, хоть час попал. Красавчик. Ай, молодец. Но то, что меня выхукал, это, конечно, Найкса жопу спас. Жесть катка, да, ребят? Фановая. Ну, первая игра на Ксине, я не знаю, она такая должна быть в теории. Душим. Есть тревел у нас. А что со спектрой? Пастрадиенс? А хоть ТП-шку нажми. На базу там. Не знаю. Это жестко. Что с моей командой, парни? Что с моей командой? Походу, все очень плохо. Так, восьмой левел есть. Хорошая руна. Кто на топе? Шторм. Блин, не хочется шторма убивать. Давайте сделаем ТП на базу, прилетим. Зажмем флейм гварда и будем в инвизе пилить их. Поехали. Вот так вот. Наверное, не понимает, почему у него ХП уходит, но это круто. Эх. Жаль, ремнантов нету больше. А я прогулял его только что. Но нету маны. Больше. Ой, хорош. Все, пойдет. Пойдет. Ремнанты долго кдэшится. 35 сек, но чувствуется, что не хватает. Воспользовались. Хорошо, инвизом, ребят. Зашли в инвиз. Флейм гвард, поехали. Да гайд. Ребятки. Хорошо. Готавшку. Аквилку сделать. На статы. А на пулы больше будут. Гоу. И, отличный артефакт аквила вообще. И сейчас пушить начнем тавра. Ля, там внизу драки, да. Страшно, вырубай.
Эх, плохо связало, да, ребят? С Найксом деремся. Жалко, больше нету, блин, вообще нету, просто ремнантов не хватает. Надо откатывать их, ребят, и драться. Хорошо. Два героя спокойно ушли сейчас. Надо ремнанты откатывать. Огр внизу. У меня 7 на 1, но фарма вообще нету, ребят. Вообще. Фарма вообще нету. Страшно аж. Оп, добил, хорошо. Микродэмэдж такой. Тут манту от шторма, походу, надо будет делать. Манту от шторма. Манту от шторма. Я запарил. Не буду бить его. Таргет вот так вот сбили. Оу, oh, щит. Смотрите, Найкс злой. О, еще и Огур. Огур, это уже страшно. Ребят, 10-11 левел. На 11 левеле я ультимейт не качаю. Не вижу смысла абсолютно. Абсолютно. Для Аба с какими там хп. Но тут Огур, флеймгуарда нету. Кто на топе? Не знаю, кто на топе. Давайте на миду фарм заберем. Фарм на низу. Вот на миду вот здесь фарм заберем и пойдем на топ. Поехали. Вот так вот. Давайте по топу пойдем. Что нам мешает? Спокойно забирать крипов. Ресторить ману аккуратненько. Если что, надо будет в драку прилететь, но траволов пока нету. Давайте радик сделаем, наверное. Хотя против Найкса не целесообразно делать радианс, но... На 15-й минуте, если будет сакрет, это будет очень хорошо. Я их перефармлю потом за счет радианса. И все. Сделаю манту там. Потную катку сделаем. Пока что все идет по-ровному. Что сделаем? Давайте оставим тут ремнант. 45 секунд, как-никак. И... пойдем пушить. Как можно пользоваться ксином? Вот так ремнант отставляете одного. И идете по линии. Если вас начинают атаковать, улетайте на этот ремнант. И все. Я тавр буду сейчас бить. Нажмем флеймгуарда. Спокойно будем душить. Но смотрите, никого нету на карте. Опасно, могут за мной сейчас выехать. Да, но у меня стоит ремнант. Я готов к этому. Главное не прогулять, когда этот ремнант пропадет. Можно это сигнализировать вот тут по лапочкам. Лапки увидели? Ага, одна лапка загорелась. Значит, уже все, уже через 10 секунд ремнант у меня попадет. Видите, лапка загорелась. Там же длительность 35. Ой, 45 длительности, 35 КД. Давайте закинем вот так вот. Все, она пропала. Длительность ремнант 45 и 35 КД. То есть это, считайте, еще 10 секунд. Ну, примерно так, плюс-минус. Получается вам тайминг. Тайминг. Вот и все. Так, ну отдают мне тавр, походу, закинул я сюда ремнанта в боковую. Отдают тавр, да? Фармим аккуратно. Если тавр заберу, будет очень хорошо. Очень хорошо. Хорошо, ждем лапу. Лапа откат, все. Нет, еще не все. Еще не откатилось. Ну, идем пока в Т2, все успешно, уверенно. Фармим линию, все, лапа откатилась, да? Ага. Ага, это очень плохо. Ладно, они всей толпой тут пошли, да? Вот так сделаем. Пропала все-таки лапа уже. Не лапа, а ремнант. Так, что делаем? Простакаем? Давайте простакаем. И пойдем на низ. Давайте вот так вот сделаем. Оп, хорошо, вот так. Вот так вот там ребята драку затеяли. Мне кажется, там. Опа. Сейчас на базу полетим, ребят. Хорошо. Опять-таки говорю, ребят, на 11 левеле я ультимейт не брал. Не вижу в нем смысла. Давайте вот так вот сделаем. Слетаем на базу, прилетим, зафуловимся. У него фуловые с флеймгуардом.
задушим. Можно смело дальше идти в Т2 и тупо сплитпушить. Душить сплитпушем, герой такой. Герой такой. Бля, душат оппонентов, у нас там пацаны. Пуджи, да? Страшно, вырубай. Сейчас уже радик будет. Сакрет купим. Пацаны пока там дефятся, я, короче, спокойно сплитую, апаю левел, фармлю. Все гуд. Хорошо. Ревнанта оставили. Завязали шторма. Хорошо. Шторма, кстати, ксином довольно-таки легко ловить. Вот так вот сделаем. И пушим. Если что, на базу сейчас слетаем, заресторимся и прилетим опять. С новым флеймгуардом. Ага, огур идет. Давайте ТП сделаем. ТП сделаем. Че, полетим туда? Сколько у нас? Еще один ремнант есть, да, только? Ага, лучше. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ну и все, можно ремнанты качать, ребят, когда у нас уже фист закачан. Сейчас радик есть, с радиком пойдем душить. С радиком пойдем душить. Ну да, оппоненты все, конечно. Изикоточка включилась прям. А топ у нас, топ они снесли. У них там Абадон фармит еще. Абадон фармит. Поехали в лес нырнем. Абадон бежит за тиником. Страшно, врубай. По сплитпушу очень герой хорош. Очень тяжело ловить. Одну сторону может душить просто. И все. Тупо постоянно на себя отвлекаете. И все. Поможем. Догоним так, думаю. Догоним так. Я его завяжу вторым первым. Оп. Хорошо. Второй, первый завязали. Блин, через радик кайф играть. Вот так заходите в лес и все фармите. Не забывайте, что радиец на 85-й карте это метовый артефакт, поэтому... Можно кому угодно его, в принципе, собирать. Вам дается промах с радиенс, очень быстрый фарм дополнительно. То есть вместе с драками можете выфармить. О, все, снайпер наигрался. Изи. Снайпер наигрался. Ну, 4 на 4, нас-то четверо. Нас-то четверо. Нас-то четверо. Го душить. Слушай его. Хорош. То есть только запиливание там. Хорошо. Так, радик есть, можно поесть. Что можно еще к радику докупить? Вообще есть ксин через эти. Через Discord. Ведь у нас все у ксина на самом деле magic damage. То есть первый спел, третий спел. Ультимейт. И можно попробовать сделать его даже через... Дискорд. Ну, то есть, как делает во второй доте. Ну, тут не знаю, будет ли пользоваться это спросом. Ну, можно попробовать, в принципе. Но это такая легкая наркомания будет. Но с магией будем очень много вносить. С магией будем душить по-страшному. Жесть. Но переиграно. Переиграно. 3300 на кармане. Наверное, молнию сейчас какую-нибудь сделаем. Да или лучше сделать манту. Если делаете радиенс, то лучше сделать еще и манту. До кучи. Все же с мантой как бы по кайфове становится. Хорошо, гоу. Манту сделаем. Топорик подаем, он уж не нужен. Да, они там все расфидели жестко. Пойдет для первой игры. Спасибо за подписку. Да, ребят, спасибо, кто подписывается, кто смотрит гайды. Не забывайте, гайды стараюсь выпускать по таймингам,
четко, но иногда не успеваю просто делать. Спасибо за подписку. От души. Не успеваю просто. Работы много, времени мало. Стараюсь. Ля, там что, прорвало что ли? Спасибо. Спасибо за подписку. Так, я зачем-то купил гиперстун, хотя купил, хотел купить ультимейт орб. И начал собирать молнию. Вот это называется, когда, знаете, заговорился. Начал уже не то покупать. Ладно, давайте сделаем молнию тогда. Так вот делаем. Быстро зафармим. Быстро зафармим. Хорошо. Что там, 600, да? Хорошо, на топе шторм. Ой, бустер купил. Гоу. Молния есть, еще рейсипи надо. Будем шить. Хорошо. Гоу, подушим центральную, оставим ремнанта. Вот так вот. Поехали. Поехали. Молния вообще в таком билде, не знаю, молния это хороший артефакт, но в таком билде, как бы, я не знаю, не очень зайдет. Так, улетаем. Хотя можно было остаться, да, наверное. Фу. Смотрите, Син как сносит мне. Эх, не души. Не души. Не успела улететь, там вообще жесть. Вот с Аганимом прям Огр уничтожает. Прям уничтожает. Уничтожает с Аганимом Огр. Пофидели. Ладно, пофидели, окей. Есть молния, давайте манту сейчас сделаем. Вообще нужно было манту, ребят, делать. Тупо под такой билд манта и поехали. Не хватило немного контроля. Огр сразу там, стан. Я вообще хотел в его каст сделать ремнант, чтобы он не успел ничего сделать. То есть он замахивается, и я сразу пролетаю. То есть у него таргет сбивается, там еще пару секунд я выигрываю. Вот и все. Но немного не удалось. Не удалось. Давайте сейчас душить по-страшному их будем. Чтобы парни уже сдались, и пойдем некстовую, наверное. Некстовую. Так, хорошо. 4 на 4. Ля, Fast Radiance, спектры. Понимаю. Fast Radiance, пар. Огр проблема. Манта, ну что, манта. Молния вообще, в принципе, к Сину заходит, но не так круто, как может зайти манта и спасти. Это... Хорошо. Оу, кидаем себе вот эту штуку. Оу, щит. Мы просто как крипов их. Тах-тах-тах. Задушили. Нормально. Ракви. Хорошо. Хорошо. Жесть, парни просто там расфидели все, что можно. Так, чё, манта, говорите, да? Поехали. Через Radiance билд такой, он прикольный, ребят. Еще этот билд Абисса Ламакерайса добиваешь, чтобы драться с скорыми, с сильными, с руки. Быть мобильными и драться очень сильно, это круто. Я так на стримах собирался. И выигрывал игры. Алхимика, 6-слотового. Таким ксином выигрывал. Абиссал, накидываешь и поехало. Гоу, яшку купим. Хорошо. Вот так вот сделаем. Опа. Хорошо. Еще раз составляем гол, побьем. Мозги поделаем просто, пацанам. Ля, неужели не успею? Жесть.
Стараемся закайтить этот Ignite. Все, я выжил. Хорошо. Я думал, я уже не успею. Все, я думал, это конечное, короче, пацаны. Не успел. Го фистами по душе, пацаны. А если он сейчас БМ нажмет, я могу умереть так. Хотя я нахожусь в неуязвимости, но если молния полетит и от крипа как-то отскочит, то есть вероятность, что в БМ прямо именно залетит эта молния. В БМ залетит. Оп, сюда. Руну не взял, ладно. Жадный я на фарм. Просто с фиста убиваем. С молнии. Опа, ребятки, там на базе, да? Класс. Класс просто. Ля, фидят у нас, да, ребятки? Страшно. Ну, по топу веду крипов. По топу крипов веду. Нормально убили. Огр с аганимом — это страшная вещь. Вот так вот сделаем. Что у нас там? 6 секунд, да? Топ поломаем немножко. Оп, завязали. Вот ТП на базу и перелетим сюда же. С полными силами. О, щит. Убился, Найкс. Хорошо, погнали. У нас стоит ремнант на топе, если что. Прилетим. Если что, прилетим. Одного завязал. Ой, как раздамажил-то. Блин, фистами классно. Просто фистами душ. Чего, опять на базу? Ремнант еще стоит. Хорошо. Ремнант закончился. Ремнант закончился. Причем четко так закончился. Выключил Радиенс, включил. Все, гоу, манта есть. Парни не сдаются до конца, пытаются. Радует. Это радует. Let's go, закупимся еще, манту возьмем. Манту взяли, побежали. Хорошо, есть. Монетка. И нету ботла, поэтому можно сбирать. Вот такой билд у нас получится. Дальше Abyssal добиваем, чтобы можно было драться с руки. Abyssal. Не, можно в 1 на 5 выходить. Аккуратно нажимать кнопочки. Бесит баг вот этот, что когда герой перестает атаковать после созданной второй способности. Чтобы ребята на этого пошли. Оба, поймал. Все, улетел. Хорошо. Пусть сюда. Душим. Задушили. Урочку чуть кто-то не слил. Оставляем ремнанта. Погнали. Снова душим. Снова душим. Оба. Смотри, что сделал. Завязал его. Ну, на самом деле, слишком что-то как-то, ну, страшно уже. Гоу, хп нет, на базу слетаем. Лучше умрет. Лучше умрет. Лучше погиб. С базы. То самое чувство, когда ты идешь на Ксине с базы оппонентов. Уловим. Потому что оставлял там ремнант. Вот так вот сделаем.
Смотрите, там бедный огр. Да, жесть. Ладно, нет. Успею? Успеваю пролететь. Хорошо. Хорошо, go abyssal. Guid me. Найкс забашил. Найкс забашил. Прям четко. Башер прям четко. Оба. Башер прям четко вылетел. А, ремнанты кончились, надо быть аккуратными, ребят. Башер четко вылетел прям. Жесть, что за герой. Али на низ. Давайте откатим ремнанты, чуть подфармим. Пойдем драться. Герой хороший, но надо немного тоже отдыхать. Ребятки не сдаются, молодцы. Но тут изи катка для нас, просто изи. Вот так стакаем лес. Потом пойдем стакать Рошана. Стакать Рошана. Как стакать Рошана, мне некоторые подписчики спрашивают. Прикольный вопрос. Зачем, спросите вы, Abyssal? Для того, чтобы драться, конкурировать с Найксом. Несмотря на то, что там Найкс слабоват, но тем не менее. Тем не менее, ребят, покупая Abyssal, мы сможем спокойно задушить уже. С руки. Вон Башер вылетел, все, ГГ. Башер вылетел, ГГ. О, вот сюда. Эту штучку. Опа, Abyssal имеем. Хорошо. И дальше Кирасу просто или Скади. На что, на ваше усмотрение, так сказать, вам лучше заходит, то можно душить, ребят. Гоуманту оставим тут, наверное. Да и вообще полетели на базу, слетаем. Восполним все хитпоинты, монопоинты. Поехали. Можно будет 1 на 9 выйти. Оба. Хорошо. Этого пацана тоже сейчас убивать будем. Эх. А попробуем. Башни вылетел. Эх, жалко. Жалко. В пол хп. Ист. На базу критим. На базу. Abyssal закинули, задушили. Все. Вот это наш керри. Нормально. Можно Скади в этот билд добить, ребята, ГГ. Будет, в принципе. Будет круто. Прям под колодцем. Жесть. Скади, наверное, докупим так чисто, ребят. Для красоты. ГГ, легкая катка. Первая игра легкая на Ксине, друзья. Некстовый билд будем уже делать более такой. Более стандартный, наверное, ближе к 83-й карте. И что в него будет входить? Конечно же, будут Battle Fury, криты и прочая всякая тема. А этот такой, это файтерский билд, который надо собирать против сильных коров. Допустим, ну, вот как Найкс, да, против Найкса это идеальный будет билд. Еще террасой добить это все, и будет отлично просто, я не знаю. Просто куда еще лучше будет, я хз. Так что вот такая первая катка, я думаю,
зайдет в понимание. Ну, а дальше постараемся сыграть какую-то более потную, что ли. Давайте в магаз за керасой. Так вот, сфармим тут сейчас все. Кераса все же возьмем, скади не будем брать. Если брать уже такой билд жесткий, агрессивный, то, конечно же, это должна быть кераса у нас. Кераса. Такой жесткий билд. Жесткий. Если билд, то жесткий. Такой вот. Хорошо. Все, кераса есть, да? Отлично. Оставляем ремнанта, поехали на базу. Покупаем вот так вот. Так вот делаем. Все, ресторимся и поехали драться. Сейчас минус 5 делаем ИГГ. Ребята там уже дерутся, да? Овныч делают. ГГ, ну собрали мы фул слоты, но... Ребятки уже сам соло пошли заканчивать. Еще бы гиперстоуны, да? С руки вообще жесть, как будем раздавать при таком билде. Сколько там? 13 секунд, да? Спектра задушила. Получается так. Во время прыжка можно аккуратно нажать Abyssal на оппонента. То есть, я думаю, тоже, по идее, должно получиться. Эх, не успел. Задушено. Так вот. Бля, так спит вообще страшно. Но это такое, ребят, запоминайте. Это именно билд против коров, таких против керри, как типа Найкс. Против Войда тоже зайдет. За Abyssal убивать сможете спокойно. Так спит хороший, это достаточно. Чтобы душить. Все, мега крипов делаем, ИГГ, ребятки. Мега крипов, ИГГ. О, стилерби. Ах ты, стилерби. На пучби. ИГГ. Abyssal накинули. Побежали, убиваем. Все три ремнанта сейчас закинем как. Ребят, ну такая первая катка у нас вышла, не знаю. Смотрите сами, но это такой файтерский билд получается. И на next мы, конечно, будем уже играть ближе как к 83-й карте. Попробуем собрать его через Battle Fury, через Буризу, через Рапирку, конечно же, этот билд тоже будет. Ну и, в принципе, это все. Поехали next. Сейчас будет фановая катка. Уах, какая фановая катка сейчас будет. Так, ну что, друзья, загружаемся мы уже. Вторая катка. Сейчас мы сыграем фановую катку через Battle Fury и всякую прочую дичь. Я думаю, это будет прикольно. Гоу, центральную. Мид. Забиваем, ребят, миды. Берем сразу Эмбера. И сейчас мы будем собирать Battle Fury. Battle Fury сделаем сейчас, значит, Travel в Баратруме. Баратрум очень хорошо, кстати, дизейблит панду нашу. Гоу топорить. По-любому топор берем, потому что нам потом топорик пригодится для того, чтобы делать БФ. Сделаем, знаете, что? Дайгер, БФ, Тревел, Крит, БФ и Рапира. По идее, такой билд должен быть. Будет прикольно. Рили, будет прикольно. Сетчината. Сап у нас будет. Подписчик зашел, вижу. Радует, когда подписчики заходят за тебя и пытаются максимально что-то делать, как-то помочь выфармить, помочь игру выиграть. А есть подписчики, которые специально стараются захейтить, бегают. Ой, это было очень громко. Захейтить, бегают, душат. И кто, да, что, зачем? Ля, у меня штаны спадают, пацаны. Кстати, маечка крутая. Шедуфин называется, ля. И баночки тоже крутые, говорят. Как вам? Ну, вроде ничего так. Вроде ничего так. Пойдет. Ничего себе такого. Нету. Ой-ой-ой. По сюэтосе. А, это Абадон с прошлой карты. Понял. Понял. Ничего, мы тут пойдем через БФ. Это фановая катка. Ой, шторм мы взяли. Ничего, ребят. Собираемся. Сейчас будет жестко. Дагерок по-любому надо будет. Но надо будет что-то в жир еще, потому что... Ой, омника взяли. А я, в принципе, я буду тупо фистами убивать. Да, тут пойдет. Именно через фисты, если буду, так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ будет фистами просто.
Да, пойдет. Сейчас БФы. БФы пошли. БФы и пошли. Писты мы, конечно, с первой минуты раскачивать не будем. Будем также идти в 1.3, но... Хорошо, не подходи. Ой, цемочка, братик. Я бегу. Брат, не успевай. Не успели мы. Оп, хорош. Поехали. Пульс не попал в фокон. Блин, ну цемочка сфидел, ничего страшного. Иногда разминочные фиды нужны, ребят. Так, что берем? Качаем троечку, конечно же. Стики опять-таки берем против этого. Против шторма. Против шторма стики. И поехали. И поехали. Эх, не успел. Оп, успел. Хорошо. Найс, два стика есть уже. Не забывайте, ребят, что стики реально в миду очень хорошо помогают. Стики это как дополнительный какой-то, не знаю, подсейв, что ли. Благодаря стикам вы можете прям катки переворачивать. Бля, я тычку там отдал. Вот что значит микроконтроль терять, ребят. Оп, давайте переагрим. А, они переагрились, окей. Окей. Крипов что-то сильно оттолкнул. Надо вообще линию аккуратно. Аккуратно стоять. Надо вот сюда шторма выпустить на четвертом левеле ему ГГ показать. Еще одна такая же катка получается против шторма. Можно получить этот дэмэдж. Получай этот урон. Оп, вот так вот давайте сделаем. Все, деда суицидим вот тут. Хорошо. Хочет добить. Прошлый шторм очень много маны тратил. Этот шторм держит ману. Так вот сделаем. Оп, на четвертом левеле, кстати, сможем тут убить его. Хорошо, пошло дело. Эх, слишком. Слишком много дэмэджа прописал мне. Ну чё, молодец. Так сказать, получилось у него. Надо куру, ребят. Вставляем без экспириенса. Так, Дини оппонент пришел. Что хочет, непонятно. А, он хотел к шторму закинуть. Понимаю. 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 Юп. Оп, хорошо. Это же ботл. Это же ботл. Отлично. Гоу на низ. Да, хорошая, кстати, руна. Это тби? Тби. Би. Все, летит кура. Ждем, 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 ребят. Ждем, кура летит. Сейчас флай. И быстренько. И можно будет что-то гангнуть. Или шторма еще раз убить. Надо желательно шторма еще раз убить. И сейчас мы опять завязаем эту фишку. Зайдем флейма. Давай, давай, давай. Завязаем флейма. О, хорошо. Хорошо. Оу. Завязаем флейма. Пойдем. Все, пошел дэмэдж. Надо будет попытаться сейчас его проблочить. А он не поймет, чем прикол. Не поймет, чем прикол. Он пока не понимает этого. Становимся тут, чтобы давать ему пройти. Хорош. Хорош. Круто, да? Видели, как дэмэджа много нанесло? Он просто не понял, чем прикол. Стики доапываем, ребят. И в тревел также. Тревел также. Хорошо.
И в тревел также. Да, там нанизу лоу хоповые парни. Можно на характере туда пробежаться, а можно шторма еще раз убить. Но ждем стик. Стик долетает. Аквилу, наверное, опять сделаем на статы. Статы опять аквилу. У меня есть еще много чего. Колбасони, пепперони. Сейчас щит спадет. А нет. Много вытерпел дэмэджа. Зарядил лапу. У меня тоже лапа есть, бро. Можно на стике его обмануть. Хорошо. Я выживу тут. Опа, сейчас если что улетим. А ёмник пришел. Хорошо. Домой. Омник пришел руинить меня. Оп, смотри, чё у меня. Нормально. Сейчас скоро у него кончится. Хорошо, поехало. Сейчас у меня будет. Оу. Оу, как хорошо. Как хорошо. Да ты чё, серьезно? Хорошо, ля-ля-ля, какая игра, ребят. На байбеке, на характере, прилетаем, душим. Молодцы. Прям душа радуется. Да такая тема происходит. Тревел, ребят, тревел и поехали. Ой, шторм там убил. Эй, эх, не добил, ладно. О, мне будет проблемой, конечно, но... Решим эти проблемы на изи. Гоу щиток продадим. Гоу аквилу. Аквилу почему я делаю постоянно? Аквила реально хороший артефакт тем, что помогает постоянно напрягать. Статы дает, армор дает, товара можно спокойно ломать. Как видите, сейчас у нас очень много стат. Прям пушка. И не подвидеть решил. О, серьезно? Он засранец. А умники, конечно, парень. Но я хз. Помог его убить, кстати. А он третий качает, этот пацан на умнике. Привет. Доигрался. Ну что ты хочешь? У тебя 70 ман. А у него соул еще. Ля, жесть, что происходит? 1300 золота, ребят. Я тебе руну пойду заберу. ТП-шку надо. Шторм там убьет. О, бара АФК стоял, да? Я бы сейчас умер, кстати. Бара там. Ну, бара, видимо, там помогал, поэтому. Хорошая руна пойдет. Хорошо, ну шторм камбэкает. Он вышел с мида 0-2, да? Уже 2-3. Это хорошо, когда шторма так камбэкает. Хорошо для кого? Для шторма. Потому что парень понимает, что нужно делать. Так, у меня один всего. Атлантик. О, на топ. О, на топ. Аккуратненько. Да, сколько дэмэджа нанес. Пара побежал, да? Будет убивать. А тут я такой. Да, пришел. Забивчик. Как дела, пацаны? Как дела, пацаны? Ремнант не качаем. Качаем фисты, ребят. Тревел. Все, и поехало. Тревел есть. Можно сейчас делать фьюри. Я буду во фьюри тут выходить. Можно же начинать. Хорошо. Отлично. Пойдет. Так, что там у нас внизу? Омники, да? Вот так вот сделаем. Тревел улетел.
улетел. Хорошо, на запасной вариант лесу качается. Там этот ролл. Давайте одного ремнанта откинем. Будем пушить. 4 героя на топ. Отлично, я сделал. ЦМГ кайфанула. ЦМГ кайфанула с этих мулов. О, пуджи большие. Собьет кто-нибудь? Нет. О, драку. И жестко. И жестко как-то. Нет, я еще живой, розовый, теплый. Для омник там бежит, но у меня нет ремнантов. Вижена, не хватило. А Бара бежит, да? Чаль. Бара бежит, а уже не бежит. Жесть, как омник, да, переворачивает, ребят? Омник — это жесткая машина. Омник — это мощная машина. А на базу прилетим. Что поберем? Омник вообще душит. И пуза надо будет, ребят. А омник очень агрессивный. ЛТшку. Смело, лоу хпв. Давайте ЦМ-ки жопку подмажем. Напоминаю, жопу мазать через Ctrl. Нажимаешь Ctrl. Нажимаешь бинт ботла. И вмажем. На мид. 500 золота есть. Хорошо, сейчас БФчик будет уже. До БФ еще как до Китая пешочком топать. К слову, лол. Я-то через Гарену зашел. Филинг спри у нас там пуш делает, да? Хорошо. Поехали на руну. Ой, хорошая руна, дабл дэмэдж. Хорошая руна. Шторм хп нет, да? Маднес на тролле, о. О, привет. Бара, хорошей души. Я догоню все равно. 7 хп. Хорошо, это пешка. Отлично. Гоу пока нету. Правило, пешечка, побежим. Хорошо. Так, ну у нас пока ситуация такая. Го по низу, низ иду. Го по низу. О, щит. Монстер Систент. Что? Монстер... Монстер Систент. Ну, он меня тоже сможет убить. Тут вообще линка нужна, ребят. Может, линку потом Battlefury, чтобы жить. Давайте сделаем линку, наверное, а потом уже Battlefury будем делать. Тут линка нужна, как, блин, я не знаю. Игра будет интересная. Линка нужна очень сильно. Поехали. Поехали. Можно боевчик сделать, в принципе. И быстро линку потом выфармить. Давайте, наверное, БФ тогда. Че уже? Газ... Если газовать, то газовать по-крупному. Делаем БФ. БФ, туда БФ осталось 1400. Бродсворды берем. У нас тролль еще леса колотит. Сколотит. Опа, бара на мне. Бара на мне. Я собью его. Дайте только вижу. Ладно, пошел. Хорошо. Топик фарм. Сейчас низ поколотим.
Популетим. Шел, пацаны. Вы там держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Почти БФчик есть, ребят. На забивчик. Забивчик какой-то. Ляша, за слова пошли конские какие-то. Ребятки, разговаривайте нормально, пацански. Хорош. Хорош. Пацаны знают, что делать. Когда Бара бежит. Чукман. РПД. Лучше оунит. Страшно. Есть. БФ, ребят. О, а чё лич нас покинул? Это плохо. Это плохо. Сколько гайдов у меня уже написаны с ливерами? Я не знаю. Это жесть. Ну, лич нас покинул. Что-то... А, его убили. А, 0.5.1. Вот у нас смарт-ретка немного, наверное, слабовато будет. Плохо. Опять оставляем здесь ремнанта. Поехали, БФчик есть, можем поесть. Будем душить. Шух-шух-шух-шух-шух. Жалко, что фисты не такие. И были раньше. Вот там. Че, гоу, флейма включаем. Душим. Если что, ремнант стоит. Ремнант улетим. Фармим. Аккуратничко. О, ЦГГ, да? Не успею. Уч. Я видел его, но я не был, блин, готов к тому, что там еще и... Сейчас Бара прилетит. Но Бара чисто оттолкнул, и все. Б. Я умер. Надо было линку все же делать, да? Ладно, поехали, выфармим сейчас быстро линку. Дальше все остальное. Да, ЦМ-ка там Пуджа как-то расколотила. Жесть, молодец. ЦМ-ка сейчас тут вот тут еще преуспеет. ЦМ-ка заберет его. Вторым просто ему. Второй очень много дамажит на ЦМ. Омник пришел. Ай-яй-яй. Умрет Мартрайт 100%. Тролл. У нас тролля ФКшник, правда. Ля, очень тяжелая, ребят, игра будет. У нас проблема. Проблема. Тролль не знает, что собирать. Что-то такое. Эй, а что это я купил? А, это Огер Акси. О, арка. Неплохо. Но мне она не нужна. Выиграем тут, думаю. Да, линку сделаем. От Пуджей. От Бар. Будет все окей. Погнали лес колотить. Пуджа Дагер. Они меня просто могут комбинации, у них быстрый доступ. Джей Казино. Лол. Что это такое? У них там быстрый доступ ко мне. Надо было сразу линку делать, ребят. Я, короче, король персеверанцев в этой катке буду. Король персеверанцев. Хорош. Выдушили. Ля, на вид столько, блин, крипов там. Опа. Оба, 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 ля, как умеет. Не умею. Сейчас дальше персевран сделаем. Желательно всех крипов добивать, друзья, тогда будет хорошо. Так, нету крипов, гоу. Шторм. Оу. Бара побежит, будет больно. Ля, без флейм гуарда почти убил меня. Почти убил меня. Вот уже, парень. Не знаю, не был я готов, что он там будет.
Шторма я тоже не убью. Пара поможет. Да, вот я пожалел, что Линку не сделал, ребят. Уж что жирненький. Найс, завязал. Хорошо. Ой-ой-ой. Ну все, я ревнанта оставил. Хорошо. Ах, там сплэш. Не, сплэш этот там. Хорош. Ах, хорошо. Даблкил хороший сделали. Я даблкил сделал, ребятки. Найс, я думал, мы эту драку не потянем. Шторма не было. Хорошо. Что там у нас? Король персеверанцев, говорите. Мужики. Надо ж немного за себя замолвить словечко, ребятки. Вы шо? Как же без этого? Бухать надо. Бухать вообще нельзя, братан. Если будешь смотреть потом видос, вообще нельзя. Бухать вообще нельзя. Бухать еще нельзя. Да. А, слишком быстро. Да, я закайтил как мужчина. Ах ты что? Вот сюда вот так вот сделаем. Вставляем ремнанта. А, жесть. Но мне только через ремнанты душить. Там худж... А, худжа нет, да? Чалька. Гоу монетку. Есть у меня. Ремнантик стоит. Вот так через ремнанты и будем играть. Сейчас, скорее всего, еще дагер будем брать. Будем задалбливать их просто. Просто. Ну, задолбливать. Хорошо, есть линка. Чё, крит теперь, наверное, братцы? Да, вообще дэмэджа нету по крипам, господи. Так куда ты пошел, стой? Нету. Хорошо, когда... Я люблю БФ, знаете чем? БФ в лейт-гейме позволяет пользоваться тем, что вы можете рубить деревья. Это круто. Давайте, знаете, что сделаем. Оставляем ремнанта, поехали. Поехали. Опа, бара МХ включил. О, я иду. Иду. Эх. Не успел я. Пойду вард сниму. Вард сниму. Хорошо. Опа, Линочка. Привет, бара. Как дела? Как дела? Так и плюсует. Типа это что, Линк против меня собрал, что ли? Все, бара, твое время исчерпано. Твое время вышло. Наступает мое время. Сейчас буризу будем делать. Крипы вообще в разнобой. Просто кто куда? Кто куда? Вот опять фарм, да? Вообще я по топу пойду.
оставлю ремнанта тут где-нибудь. Пойду по топу. Сейчас крит сделаем. Можно будет скади сделать в этой катке. Фармим пока что. Да, бара бежит, но нету, ребят. Эй, надо идти драться с ребятами. Че я фармлю тупо впустую? Я не впустую фармлю, как бы, но все равно надо ребятам помогать. Тревела просирая, нет у меня в драках из-за этого. Я пошел по топу, короче, оставляем ребята тут. Топ сломаю, тавр. Если что, ты сделай. Ломаем топ. Тавр. Хорошо, я сломал. Сейчас, наверное, с плитами будем душить их и все. Давайте. На мид ТП. Ребятки, походу, собрались тавр забирать. Запилится. Руж. Да, у меня еще есть тут еще. Столько претендентов на смерть. Ах ты, крыса. Хорош, с БФ погиб. Да. Не, ну это может быть на вставочку. Кайф. Просто кайф. Гоу Бризу. Подпадает. Это может быть на вставочку. Хорошо. Так, А, Б, С, потом П и ждем. Чуть-чуть. Ждем чуть-чуть. Шушуть. Его вылазить. Сейчас добьем тут в лесу. Урезу. Давайте, наверное, стик продадим. Сразу же. И в лесу добьем. Урезу. Поехали. Можно даггер, ребят, взять для дополнительной... Для дополнительной способности уходить влево-вправо, но я не буду его покупать, я буду тупо делать такой жесткий билд, чтобы драться. Но жесткий билд вы уже видели, первый билд, это самый такой, не распространенный, а самый такой билд, который позволяет много дэмэджа вносить. Кора, это файтинговый билд, а тут нам, смотрите, там омник, с омником драться, конечно же, не очень весело будет. У меня линка. Хорошо. Оба, завязал, как я его. По-мужски-то. Как я его по-мужски-то завязал-то, а? Все, есть буреза, кстати. Опа, смотрите, кто там у нас. А, весь гайгуй побежал, да? Завяжу еще раз. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Я просто как мужчина это делаю. Да. Завяжу. Завяжу, но он улетит все равно. Братан, 900 маны, беги. Эх. Жесть, я его просто не отпустил на шторме. Как мужчина. Мужчину. Не отпустил просто. Кто там душит? Психолог, это у нас омник, да? Шторма не отпустил. Шторма не отпущу. Молодец, кстати, шторм. Камбэкнул еще. А вы изи бла, пишет. Изи бла. Типа, знаете, это из разряда того, что парень фармит 90 минут в лесочке и потом пишет, что изи. Не понимаю я таких игроков, ребят. Не понимаю. Что, ребят, делаем дальше? Молнию делать не буду. Молнию делать не буду. Знаете, что сделаем? Ну, все, вот будем фисты. Для фистов все собирать. Можно еще молнию сделать, в принципе. Но я молнию в прошлой катке делал. Омник там в кора собирается, кстати. Будет больно наваливать. Но мы фистами будем душить. Нам на расстоянии главное держаться и все. Оф,
квесты нажали, побежали. О, привет. Я собью. Собью, брат. Не-ха. О, братан. Ой, я не попал. Надо душить. Ух. Хорош. Изи бычка приструнили. Блин, тут от шторма бы обиссал вообще зашел бы. Чтобы ему не давать ничего делать. Жесть просто. Шторм потому что будет улетать, а я так бы прыгал бы, тысяч просто уничтожал бы. Да я, видите, тут как бы фисты собираюсь тупо. Че, еще БФчик давайте. БФ и Буреза, да? А че? Блин, ну, БФ и Буреза нет, БФ типа и Рапира, знаете. Такой фановый билд можно сделать. Давайте сделаем еще один БФчик на этот, на такую, на хорошую каточку. Как думаете? Я думаю, стоит. Ля, ты куда идешь? Ля. Жесть, это жомба. Так, ну что, друзья. Надеюсь, все ровно по записи и такую каточку не упустим. Интересно, вроде получается. Хорошо. Погнали. Сюда. Travel use. Ой, какой хороший крит. Сейчас go еще BF use, ребятки. Что там у нас, кстати, давайте. Player Broadsword. Оп, вот такая тема. Оп, вот такая тема. И почти есть BF use. Пам-пам. Есть раз. Куда пошел? Ага, два. Готов. Тариф БМ долбит там. Руль ямба. Хорош. Че у нас там? Войдстона, да? Есть, отлично. Два БФа в студии. Хорошо. Смогу ли я просто сплэш убивать? Помните, когда баг у Ксина был на второй спелл? Но я делал видосик еще. Обзор на эту тему. Жесть, вот это было круто. Просто через шифт прилетел и уничтожил. Цент. На, тебе. Подарок. Все, есть БФчик. Видели, сплэш не наносится. Жесть. Хорошо. У меня три ремнанта есть. Ну такое. Оу, ты шо? Да, там задушил. Я у него репел, брат. То есть ноль урона видели, нанес просто. Ноль урона. Они убили Ксина. Он уже не такой сильный, как был. Да, надо отменять. А, Ксин там на ТПшке был. Но он мог тоже Ксин отменить. ТПС свое. И меня убить. Гоу, сделаем рапиру, ребят. Рапиру. Рапира нам остается. Будем фистами убивать. Сплэш, блин, тут на самом деле они уничтожили фисты ему. Вообще, они очень сильно зарезали этот спел. Мы просто вырезали его. Хорошая есть. А у меня регенерация вообще кайф, 21 хп в секунду. Можно на базу, в принципе, не ходить. Да, там... А, тролль не удалось. Тролль не удалось, брат. Не удалось у тролля. Сейчас рапиру будет делать. Найс. БФ работает хорошо все равно. Хорошо. Гоу, возьмем сейчас Сакрет. У меня хп вообще не будет. Линка, единственные мои хитпоинты. Сакрет берем, пофиг. Пофиг, Сакрет. Сакрет, и остается 2к до демонейдж. Круто будет. А так спида нет, но фистами просто душить будем. Приготовься к тому, чтобы упасть, типа, да?
чтобы уничтожиться. Трагедию. Приготовься к трагедии. Трагедия. Крэш. Крэш это вообще этот... типа разрушение. Варя. Так, ну что? Сюда подходим и уходим. У нас есть ремнант. Где ремнант, кстати, стоит? Жалко, что не видно по карте, где стоит ремнант. Видели, сколько дэмэджа нанес? Пол хп просто, цанап сплэш. И это еще не самое страшное. Если бы был бы баг тот на фисты, который был, когда карта вышла, они бы умерли там все. Сам сможешь. Про. То есть просто фистами тоже. И а сейчас уже рапира будет. Гоу магаз. Хорошо, 2300. Let's go еще по низу пройдемся. Гоу флейм гварда зажжем. Потому что неизвестно, что тут будет сейчас. Есть рапира. Let's go. Ща будет месиво, ребят. 35-я минута, 6 слотов. То, что нужно, насобирал. Let's go душить. Еще 100 крипиля. Гоу, ремнант оставляем. Погнали первому тинику. Немного попрофисываем. Тиник немножко в шоке. Чуть-чуть был. Он так немножко удивился, тиник. Нормально урон так зашло. Пойдет. Сейчас на цемку байт, кстати, может быть. На цемку. Я задушу. Если они толпой встанут вместе все, это будет очень жестко. Бля, жесть. Жесть, посмотрите. Вставляем вот тут ремнанта. Погнали. Ребятки. Шторм на низ полетел. Сейчас одного фиста уничтожаемся. Кайф. О, пуш. Сейчас будем фистом душить. Уф, 1700 крит. Опасно. Опасно, мне там слишком близко. Гоу еще раз. Ля, вы видели, сколько там кого-то убил просто? Опа. Жесть. Это жестко. Но надо чуть-чуть больше байта. Портретка нужна в драке. Сейчас гиперстол еще затарим. Но, скорее всего, придется линку одну продать нам. Ой, линку придется либо линку, либо... ну, тревел нет, тревел точно нет. Либо БФ продавать. Вот там жесть дэмэджа, вы видели? Тяжело будет. Тяжело там. Омник в керри. Омник в керри. Тут только фистами. И Октарин можно сделать вместо БФа одного. Чтобы фисты быстрее были. Больше. 4 секунды, когда будет чух-чух просто. На дефе хрен кто зайдет на хг. На дефе хрен кто зайдет с пацанов. I'll give it a shot. Пятером надо. Надо, парни. Вставляем ремнант. Да, вообще 0 урона, вы видели. Жесть. Я знаю, что ты тут. Да, вообще 0 урона. Ну все, опасно. Опасно. Слишком далеко. Бля, жалко, не сработал никакой баш тому троллю. Го, он один. Го. Let's go. Ребят. Он умер. Слишком далеко пацан зашел. Сутаник на мартретке, молодец. Go, завязал я его. Руж. Цемку бы не отдать. Было бы хорошо. Хорошо. Let's go на мид. Вставляем.
А видели, сколько дэмэджа нанеслось. Нормально, говна база, слетаем. Шарт есть. Не-не-не, го. Не надо Б. Морта Б. Отдушить его. О, Лотар ровно неуязвимость. Лотар там. Помни. Хорошо. Пятером надо, парни. Регеньте. 40-я минута, на самом деле. Шутки шутками, как мы кушать будем с таким билдом. Да если в том билде ты играешь уверенно, а тут надо побаиваться. Так что, ребят, смотрите, какой бомбом билд фанове. Но эта катка еще не закончилась. Она набирает обороты. Финит там с палкой со своей. Ля, ремнанты, короче, оставляем тут, погнали. Подушку. Нам нужна драка, когда они все вместе будут стоять, и чтобы можно было раздамажить нормально. Шторм просто на всю мару полетел. Бара. Линку сбил. Шторм в такие моменты может прилететь и подцепить. ГГ. Минус рапирка будет. Тогда уже не буду бояться. Обейся вам закончить этот билд. Ля, сжатом. Минус 800 хп. Завязал. О, подъем немного. Давай, давай. Ля, жесть. Я там разнес. Кого я разнес? Я шторма разнес. Вот так вот сделаем. Я иду. Жесть. Просто с одного удара убиваешь. Но у нас, видите, мартретки. Нету. Хорош. Хорош. Нормально. Все, на ТП-шке уходит. Че это ты юзаешь такое? Давай, побегаем. Давай, побегаем. Оу. Ля, ты кто? Это животнич, парни. Видишь, тут момник. Момник. Комит. Ару. Жесть, столько дэмэджа. Поехали. Там шторма просто сплэша убил. Главное, чтоб народу как можно больше, как можно кучнее стояло. Тогда дэмэджа прям уйма залетает. Так, но ремнанта нету. Дождать. Один ремнант хотя бы надо. Один ремнант, погнали, хп сильно не сетовать. Не сливать себе. Задушим сейчас тэшку хотя бы. Ну давай ташку, просто тэшку. Быстро запушим, у меня киперстоун еще на апле. Хорошо, без омника быстро тут. Дай убить. Ля, жесть, сколько там хп, я Барри оставил. Один просто HP. Минус мид, отлично. Все, я ушел, парни. Б. Б, парнишки. Я умник. Ну, я могу, в принципе, прилететь сейчас по дамажу.
С руки его души. А, и все равно неуязвимость, понимаю. Эх. И все равно неуязвимость. Го Б. Б, парень. Хорошо. Нормально, жесть там со сплэша все же вносится. Крутой билд фановый. Душится на изи. Прям страшно. Страшно, страшно душится. Что у нас еще по золоту? Да, в принципе, мы фуловые, ребят, БФ. Не знаю, БФ не хочется менять. Там такой сплэш, такой дэмэдж. Вообще, так, ну, у меня такая стабилочка получается. Стабилочка, стабил. Ого, Гладли. You see my little patch. Давайте пойдем на мид, попробуем. Шторм будет рядом с крипами. Сейчас просто как сплэшану его. Попробуем. Aim your poison. Так, попробуем. Пошел вон вниз. Хорошо. Во-во-во-во-во-во, отлично. Во-во, вот так вот, пацаны. Эх, ничего не вылетело. Плохо. Так, линк почти есть. Фу. Так вот, дабл дэмэдж пропадает. Плохо. Крит не вылетел. Жалко. Крипы резнут сейчас. Не, вот так не убить, бро. Вот так вот можно убить. Да, видели? Да, все, вылетел бы один крит. Круто было бы. Круто было бы. Один крит всего. Ой, сейчас можно надамажить. Тинику что-то везет на криты. Тиника тупо криты летят. Ноль дэмэджа, посмотрите вообще, как это работает. Как это работает? Как это работает? Так, скоро экран пропадет. Видели? Ноль дэмэджа просто. Шторм должен влететь, когда у меня нету линки. Тогда я вообще буду уязвим жестко. Я пошел сюда. Молодцы, команда на самом деле отсопорчивает. ЦМ-ка молодец, фулл сап чисто. Варды стоят, то что нужно. Вот этот вард как раз таки сюда бы, сюда опсы, по опсу. Хорошо. Будет круто. Ек, ну что, готовы, дети? Капитан идет. Оп, завязали. Борьба, поставим. Линки нету. Это плохо. Хорошо, все, я начищаю, нарезаю. Это опасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, хорош, цемочка. Просто ультой. На, и все. Хорош. Хорош, цемка. Я жесть, как им мозги делаю, на самом деле, тоже. Прям гоу в сторону, смело. Молодцы, ребята, 47 минут фановой катки, я думаю, это круто. Еще бы, знаете, Magic бы катку сыграть. Не знаю, будет ли эта катка тут или нет. Типа, знаете, через догон Этериал. Типа, вечный Flame Guard. КЗ даже. Вот так вот, а камешка победили. Что страшного такого? ГГ. 400 крипов, кстати. Вроде не заметил, так 400 крипов наколотил. Спи сбили, полетели. Опа, это кто такой? Бро, ну как смог завязал? Не хочу, чтобы подхукал. Во-во-во-во. Подхукал. Нормально, пойдет. ЦМ-ки, респект. ЦМ-ка просто тут очень много сделала. Уже вижу, как он будет писать. Это я играл на ЦМ-ке. Молодец. Саппортил. Посмотрите, пацаны. 3-13. Парень отыграл. Но сколько импакта от него было, вы не представляете. Вам не понять просто. Реально, пацан очень много сделал.
Можно там рэмпейдж, блин, как-нибудь сделать с одного фиста? ЦМ-ка, блин. Прям молодец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как же это было больно. Можно еще вот так вот. Эх, ну че ж так-то, а? Дайте там, блин, еще фрагов настрелять. Вот так толпой становитесь, главное, и все. Главное, толпой становитесь. Ага. На! Блин, это кайф. Это кайф, блин, парни. Я надеюсь, вам понравится этот геймплей. Блин, это круто. С такой можно лайк поставить. Эй, не души. Не души. ГГ. Молодец. Подписывайтесь. Удачи. Удачи. ГГ, ребят, вот такая фановая катка у нас вышла на Ксине с двумя Battle Fury. Я не знаю, не думал, что даже так будет весело, но это реально. И, наверное, я не знаю, будет ли Magic катка. Это, наверное, очень тяжело будет, но можно попробовать Magic катку. А, в принципе, можно и на этом гайд и закончить, я думаю, на таких билдах фановых, интересных. Посмотрим, если Magic катки не будет, друзья, значит, таки не удалось мне записать Magic катку, потому что вот эти два билда, они самые такие прикольные, самые здоровские. Надеюсь, вам более чем понятно, как играть на этом персонаже. Что ж, ну и на этом все, друзья. Всем до скорого. Так, друзья, ну что ж, если вы видите эту игру, значит, эта игра получилась очень интересной. Мы сейчас будем играть тоже по-необычному, по-шадуфиндовски. Прикольно, в гайде на Ксина сыграть на шадуфинде будет. Да, молодец, сыграю обязательно. Нет, или не сыграю. Ладно, давай сыграем. Давайте, поехали. Ребятки, каточка на шадуфинде у нас прямиком из каточки на Ксине гайда, да? Поехали. Ага. Так, ну что, фирс пикать не будем. Знаете, что нужно? Нужно немного подождать. Ян Батман. Немного подождать. Окей, или пойдем мид сразу. Но тут немного другой будет билд. Тут пойдет билд прям страшный. Сразу говорю, страшный билд будет. Вы его увидите по ходу дела. Будет билд через тотальную магию. Через Total Magic, парни. Так что, друзья, ждите, смотрите, оценивайте. Поехали. On the house. Скорее всего, даже сделаем аркану, чтобы можно было как можно лучше пользоваться дискордом. Да, мы тут пойдем через дискорд. 200 надо будет выфармить. И посмотрим, насколько это круто. Я помню, это очень хорошо работало. Так как у нас все способности — это магический урон, кроме второй, то дэмэджа должно наноситься очень хорошо и очень много. Поэтому, друзья, сейчас будем смотреть. Мид, парни. Я пойду. Попробуем выфармить, и будет интересная игра. Будет интересная игра, друзья. Так что, Свенчика взяли, хорошо. Свенчик — единственный персонаж, который будет нам, в принципе, напрягать. Но ЦМ-ка будет колбой душить. ЦМ-ка будет. ЦМ-ка колбой будет. Я не обязан. Я не обязан. А это есть саппорты. Только что пишешь, я мид. Кто этот пишет? Кто мид? На это есть саппорты. А саппортов нет. Не будем. Не будем ничего выслушивать от этого недалекого человека, который говорит, что мидер должен покупать куру со стиком. Понимаю. Все. Вопросов нет. Найс. Только не меня, пожалуйста. Дайте монету, я пошел. Хорошо. Придется взять, но пуджу я не буду давать. Вообще саппорт у нас должен брать куру. В любом случае, ребят, играйте правильно. Не ведитесь на поводу у таких людей, которые пытаются вам навязать свое мнение. Плохо, у меня хп нету. Я немного отзоненный буду.
Хотя, это третья игра, когда я против шторма стою на миду. Это прикольно, с одной стороны. А с другой стороны, грустно. Грустно тем, что нет никакого разнообразия. К сожалению. Сейчас стик возьмем. Он уже идет, зарядил тычку. Стик возьмем. Будем пацану мозги делать. Он мне хочет эту тычку отдать, прям очень хочет. Да, какой агрессивный кустик. Да, я попал под рекна. Всек надо будет. Хил нужен будет мне. На третьем левеле я смогу его убить. Парня этого. Он очень агрессивно играет. Все, стик есть. Не добью. Очень агрессивно играет. 90 ману. Всю ману спустил уже. А захилимся, можно попробовать его убивать. Жалко, крипа не добил. Добью. О, найс, добил. Все, сейчас можно будет побычить. Немножко. Он сейчас также будет нагло, наверное, играть. Думаю, что я... Этот такой. Не такой, как все. Ага. Просто сбил сразу же. Ну, я под ремнант попал. За как я так. Под ремнант попал. Это главная ошибка. Оп. Хорош. Но Клок мне выиграл центральную. Молодец. Клок выиграл центральную. Клок просто подошел. Сделал то, что нужно было. Если б я под ремнант не попал, было бы намного лучше все. Эзэ. Ну, так бывает, друзья. Главное под ремнант не попасть. Хорошо. За мной иллюзию просто прицепил и тащит их. На пятом левеле уже точно смогу убивать изи. Пятый левел. Зарядил на базе. Лапы. Пришел. Да что ты хочешь? Блин, тут Клоко прицепил за мной. Клоко-клака. Вот потанчи, пожалуйста. Опа. Хорошо. Опа, смотри, что умею. Это шторм накаляет на самом деле. Накаляет. У него ботл там. Ботл. О, ботл. Надо тоже ботл. Стики наполняем. Добью. Тот на меня клик нажал. Герой остановился. У него еще 200 маны там. Просто с флеймом побегаем. Руну. Что за руна? Пойдет. Надо его сейчас убить. Флейм откатывается, надо забычить на него. Иначе потом шансов не будет убивать его. Ага, так там его сейчас лего примет. Или нет? О, там 180 маны. Все, поехали сейчас. Это наш шанс, ребятки. Это наш шанс. А, так он не туда бежит. Он его убьет сейчас. Блин, тоже так, знаете... Получается, я ману всаживаю на себя, собираюсь атаковать, и получается, не удается тем, что парни перехватывают, там, убивают его. Получается, я то, что хапаю, он не возвращается. Ничего страшного. Главное, чтобы он все равно умирал, но... Видите? Все получится, но позже. Пойдемте, наверное, что-нибудь гангнем. Тревел тут выфармливать не будем, тут в Аркану выйдем. В Аркану выйдем. Shadowfiend на топе. Ну, вообще бы седьмой апнуть было бы круто. И было бы весело, интересно. Весело, интересно седьмой левел апнуть. И задушить.
Хорошо. Сейчас еще руна будет. Если будет активная руна, вообще будет класс. Активная руна — это круто. Хорошо, ля там СФ. С ЕСом. Что за дела делают? Го на руну. Го на руну. На топ погнали. Го вот так вот. Запаковались. Жалко, что нету айтемов тех, которые я запаковал. Так что... Если попал. ЕС не попал, заруинил СФа. Получается так. Гоу ТП на базу сделаем, получается. Хорошо, СФа забрали. У меня еще стики были, СФ бы по-любому там умирал. Еще и стики были. Ты в муте, чел. Пуш недоволен, куру просит. Наверное. Куру, наверное, просит, чтоб я купил ему. Так не делается. Вот это продаем. Пешку берем. Го-го-го. У меня еще стихи есть. Еще и тавру дал шпалаху. Хорошо. Гоу дискорд. ТП-шку надо ждать. Стики, да, стиков очень много было. Я ж в прошлый раз их не нажал. Стики решают жесть, ребят. Не забывайте про стики. Стики вещь. Эжи. Да фармить бы. Фарминг бы есть, по-моему, уже, да? 900 стоит. Не хватает немного золота. Мне кажется, шторм сюда может пойти, мне будет очень больно. Под фиссурой меня убьют. Гоу, на руну сходим. Если что, ждем. Будет дискорд, сейчас и с дискордом попробуем очень активно играть. С дискордом. О, монета, это отлично. Это плюс дискорд, плюс жизнь. Так, где там дискорд? Восьмая минута — очень хороший тайминг дискорда. У меня как раз кнопки закачаны уже. Это круто. Это круто. Все, дискорд есть. Вот, в принципе, наверное, так же тревела, ребят, сделан. Я думал, через аркану пойду. Но через аркану идти лучше какую-то другую линию тогда, получается, боковые. Так как я постоянно пошел на центр сейчас, на боковых линиях лучше будет сделать аркану. Конечно же, будет намного профитнее. Так, 10 секунд. Flame Guard. Идем. 10, 9, 8, 6, 5. Оу, привет. Оу. Хорошо. Мне кажется, я их двоих убью. Да, под дискордом. Под дискордом просто. Миллион дэмэджа. Миллион, миллион, миллион дэмэджа. Да, под дискордом. Прям вы видели, сколько там урона было? Его на базу. Дискорд, фирст артефакт. Получается, да? ТП-шки закупаем, так и будем плеить. 6 моих унизили. Нормально. Че, я не буду, наверное, выходить на линию. Я пофармлю тут. Фармлю. Чтоб если траксу сейчас побежали убивать, чтобы я такой, оба, и влетел. И влетел. У нас один ремнант есть, но я думаю, скоро откатится второй. Ладно, траксы. Два ТП делают, ладно, пойдем на руну и потом вернемся. На руну идем и вернемся. Свен пришел. Траксу атакуют. Клок напал. О, я тоже нападу. О, там некра на клоке. Хорошо. Опа, завязали.
Эх, я заластхитил. Ну пойдет, пойдет. Все-таки Дискорд актуально чувствуется, что урона очень много с магией. Очень много. Так, ну и что ж, и качаем ультимейт. Тут качаем ультимейт, потому что нам нужен дэмэдж дополнительный. Каждый урон, каждые эти урончики. Ой, иллюзия как зафармила мне травала. Прикиньте. Прикиньте, что у нас травала делают. Ладно, я без ремнанта полетел, да, я так чувствую? Поехали. Го на мид. Лучше выживал. Лучше выживал. Не знаю, почему я ремнанта не оставил, поторопился. Поторопился. Го на мид. Там что там, цемка 5 левел, это очень хорошо, она мне ничем не может сбить. Гуарда. Во время полета кастуем сразу же. А, это жестко. Видели, сколько урона? Блин, это кайфная мета, друзья. Мета, страта. Кайфная страта, будет правильно сказать, наверное. Стратегия. Стратегия. Через Дискорд. Очень много дэмэджа. Очень много. Просто магия. На высоте. Получается так. ЕС, 800 хп убиваем просто за Flame Guard, первый и ультимейт один. Это очень много. Во время того, как мы летим, уже заранее нажимаем на Дискорд, и у нас все получается. СФ, по-моему, вот сюда сейчас будет идти, да? Посмотрим. Давайте вот так вот встанем, типа, если крипы пойдут, значит СФ тут. Лоу. 100 IQ. Вот сюда пошел? 100 IQ, минус 50 IQ, он сюда пошел. Сэф койлами сразу. Ну тут, скорее всего, тоже дальний, пару тычек. Но тут он будет не один. Смотрите, сколько дэмэджа. Ва, его просто убивает за чайны. За чайны убивает. Сэфа просто за чайны убивает. Видели, там чайны прям вообще жесть как дамажат. Там на топе кто-то стоял, надо. Сюда имба. Сюда дефолт. Жесть. Как же жестко это работает, друзья. Как же жестко это работает. Ну все, я тут забурился в лесу у них. Надолго. Надо шторма так убивать как-то. Шторма как-то убивать. СФ на низу. Хорошо. Свена бы найти. Еще Свена надо. О, тут стаки. Давайте подфармим. Опа, пошел. С Дискордом. ХП очень быстро уменьшается, посмотрите. Блин, это круто. Это круто. Так, что у нас там? Свен на миду, да? Но нету флеймгуарда. 2300 на кармане. Давайте сделаем Октарин. Первым артефактом. Жалко, нет флеймгуарда, я бы сейчас напал. Сейчас напал. Нет, бро. Щит. Я мог улететь. Я мог улететь. Хорошо. Через чай. Но мне кажется, тут без флеймгуарда не добиться успехов. Свен Стоман, это хорошо. Я умер, да? Жесть, вот это я заруинил два раза себе. Надо варды ставить. Сейчас варды поставим. Мог улететь, но нажал чайны. Надо было сразу улетать. Жесть. Шторм еще сразу отлетел. Я полетел. Я мог убить. Не хватило мне немного вижена. Надо будет сейчас здесь поставить еще вижен. Жесть. За два мува заруинил себе такое преимущество. Жесть. Все лоу хэповые ушли. Ладно. Бывает. Бывает, не скроем. Жесть.
Почти переиграл. Ну, без флеймгуарда вообще нет смысла идти. Вообще. Будем сейчас опять наверстывать упущенное, друзья, потому что это такое. Такой фит нельзя. Поставлю варды сейчас. Вот здесь один вард поставлю, вот здесь. И поехали. И поехали. Поехали. Вон на топе кто-то. Ой, как хорошо он стан слеп. Хорошо, завязали. Даем дэмэджа. Есть тут СФ тут. ЦМ тут. О, щит. Да, найс. Это жестко. О, на базу. Хорошо. Привет, Хен. Привет, Хен. Blizzard пишет. Мне Blizzard даже пишут, понимаете? Насколько я крут. Да, фиданул, конечно, ребят, сильно, но надо реабилитироваться. Нужно нажимать кнопки. Я, если честно, дописываю этот гайд уже в отдельный день. Те первые игры это был один день, а эти уже другой день. Какой лишрак? Лишрак, не хочу писать лишрака. 2800 имеем. О, Вакторин выйдем, чтобы хп было много и регенился я. Флеймгвард быстрее катился. Такой мэджик билд тут получится. Как вы на это смотрите? Я смотрю на это нормой. Очень даже интересно. Хватает маны у него. Дискордом попал, но нет ремнанта. А, жесть, прикиньте. Жесть. ЦМ-ка вот видели, просто сбила ультом и все. Забанил я шторма. Ну, я не знаю, зачем так делать. Заходят, блин, и ливают. Жесть, чуть-чуть не хватило. Я уже думал, но там с руки, мне кажется, не добил бы. Не добил бы. Чуть не хватило мне. Чуть не хватило, ребятки. Эх, ГГ, хорошая фисура. Лучше факашит. Печалька. Блин, жестко, да, ребят? Все равно ЦМ-ка подконтривает. Ульту только апнула. Не хватило мне там, ремнантов у меня не было. Уже, чтобы задушить. Жалко, очень жалко, друзья. Ну ничего, продолжаем. Три ошибки, три смерти, я не знаю. Ну можно было идеально вообще отыграть эту игру. Но это же я не могу идеально отыгрывать. Я могу пофидить. Пофидить и прочие темы поделать. Так, гоу, топорик продаем. Топорик продаем. Сейчас покупаем солбустер. Солбустер. Все пойдет. Гоу топорица продаем. Продаем. Так, уважаемые знатоки, переводим мне. И если он написал мут, этот какое-то плохое слово, я забаню его еще раз. Я его с бана вытаскивал, он плакался мне. Забаню опять. И без права на разбан, если он плохой что-то мне написал. Так, ну что, будем сейчас драться на ХГ, я думаю. Хорошие билды у меня сейчас. Эй, тэмэ, пушка. Страшно будет сейчас. Мне кажется, очень много дэмэджа буду вносить. Если дагер. Ой, как хорошо, они прыгнули вдвоем-то. Вот так вот. По красоте, да? По красоте. По красоте. Блин, да почему я ремнант не оставил? Ой, я ее завязал еще. Опа. Блин,
Ну тут уже не переключишь, братан. Тут уже не переключишь. Сейчас уже будет. Сейчас уже будет у нас все дело. Уже не переключат там. Маны нету у него. Не может, парень. Крип чисто пощекотил крипа. Так, ну что, полетели на базу, друзья. Сейчас будет уже у нас Октарин. Опа. А ты чё? Зачем? Зачем? Я же тебе слот дал. Это жестко. Ладно, по рунам пройдемся. Ага, на рун ничего нет. Погнали тогда. Так, снова траксы фарм тут не будем собирать. Нет. Найс, чел. Приколист. Так, 200 имеем, ребят. Надо Октарин добить. С ФБКБ взял. С ФБКБ взял. Хорошо. Name your poison. Давайте оставляем тут ремнанта. Бедная ЦМ-ка. Всю игру отдувается за всех. Алина мид-то позделан. Или сюда гол. Гол сюда, потому что там пацаны душатся. А у меня нету, да, ремнантов, если что. У меня нету ремнантов. Один ремнант. У меня на миду стоит ремнант. Неправильно я сделал немного. Гоу, дофармим. Просто тупо. Октарин. Ремнанты будут кдшиться намного быстрее. Быстрее. Все будет дело это. Хорошо, если есть какой-то у вас саппорт, который соберет даже дискорд сразу и будет в драках накидывать, и вы будете еще сильнее. В принципе, это и так это очень круто. Это очень крутой билд, на самом деле, недооцененный. Ребят, я считаю, с этим билдом нужно быть поаккуратней. С этим билдом нужно быть поаккуратней. Он реально жесткий. Гоу. Сейчас сюда возьмем уже такие Октарин. У нас чуть-чуть осталось. Это будет силуха. Так, ну что, Октарин, и потом пойдем уже какие-нибудь Этериалы. Тупо Magic, 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 Этериал. Гоу, гоу, гоу. Хорошо. Есть. А Траксу победили там, да? Плохо. Гоу, так, ремнант оставляем. Поехали душить. Душить. Да. Ух ты. Смотри, что я сейчас делаю. Да дай уйти. Жесть. Вот извращенцы. Сор. Вот это сори чисто. Ля, как почему не завязала, вы видели? А, хорошо. Ля, сейчас с дискордом задушим. Дискордом задушим. Жесть, сколько урона. Ну, тут опасно уже. Все, хорошо. Сейчас такие КД у нас будут быстрые, что я просто буду в шоке. Гоу, вардики еще поставим. Вардики, ребятки. Нормально, сейчас вообще быстрые КД такие у нас. Жесть, Октарин какая. Тема. Эх, Пуджу надо было жопу намазать, но он, блин, канулся. Вот этому пацану. Хорошо. Там у них на самом деле лейт. Можно будет пострадать потом. Лейт гейме. Ну, фулл мэджики буду очень много дэмэджа вносить. Сейчас Этериал сделаем. Круто будет. Я не буду залетать туда. Щит. Оу, щит. Будем так подспамливать его. Сентри стоит. Давайте сентри эти снимем. Ля, что за дела? Да что вы делаете со мной, ребятки? Хорошо. Жесть. Подойди.
Хорошо. А, сдох все равно. Жесть. Я попытался сделать так, чтобы он не умер. Бояться меня. Сейчас Этериал сделаем. Стараемся все. Я еще никогда не играл через Этериал на нем. Честно, вот это первый раз я буду так чисто тестить. Попробуем. Интересно будет или нет. Идем сюда. Сейчас сразу лук купим. Вот через Дискорд прям крипы жестко валятся. Крипы валятся прям. Юлу и Еса. Юл как раз таки будет сбивать мне третий. Давайте сейчас купим. Вообще можно и Радик сюда добить. Но я хочу именно Этериал сейчас сделать, чтобы максимально магического урона вносить. Магический урон. Гоу, продадим стик, наверное. Стик продаем, ребят. Мне чем нравится через Октарины билды, герои жирными сразу становятся. Это как я собирал билд вот на Войда. Это реально круто, друзья. Вот на Войда, типа Октарин я делал и... Возьми. Возьми. Go. Как я делал билды на Войда Октарин и этот... Аганим, не договорила, ребят. Вот это крутой билд. Реально крутой очень билд тем, что позволяет стать, блин, быть героем очень жирным. Реально, это пушка. Я не знаю. Это реально очень круто. Очень круто. Очень круто. Твой брат заберешь сам. Бери, бери. Не, ты что, это тебе? Где там, пацаны? Ля, вард стоит, да? Завязал, тайм гварда дал. Душу. Эй. Так, гварда до сих пор нету. СФ. Не души. Не души, СФ. Оу, щит. Это неждан. Эх ты. Эх вы. Жесть. Задушили таки. Так, ну есть Этериал. Задушили таки. Опса надо снимать. Я еще думал поиграться. Ну блин, второй холи щит отдаю, ребят. Второй холи щит. Такая игра получается, жесть. Второй холи щит. Ес, молодец ты, блин. Ну тайминг чуть-чуть, бро. Хотя клокверка, да и пофиг, все равно убил. Если тайминг даже в таком моменте прогуливаешь, если убиваешь, все равно как бы не в счет. Это наоборот такая тренировочка, чтобы понимал, как потом, ну, попадать, нет. Вместе. Пятером гоу сейчас. Деремся. Они, ГГ. То они, ГГ. Пятером собрались душить сейчас. Есть уже Ghost. Будем одну цель какую-то. Свэ на изи. Свэ на изи будем уже. А там что там? Гем нет. Не, видели? Просто идет. Туф. Варда нет. Туф. Варда нет. Два варда. Опсы. Я сейчас продам походу ботл. Надо будет, ребятки, завардиться. У нас пуджик не хочет это делать. Ладно. Мне надо от КД играть. От КД моего героя. Просто тык-тык-тык-тык-тык. Аккуратненько. Еще догоном добьем, скорее всего, ласт. И факт будет догон. Посмотрим. Еще сентри на куче. Let's go. Сейчас вот здесь вот. Гос объем. Нету варда. Здесь ставим. Души, бро. Я не буду сюда вард ставить. Сюда вард ставить не буду.
Надо куда-то в другое место. Опасно сейчас тут ходить. Можно оставлять ремнанты и пытаться бегать как хотим. Давайте так и сделаем, что на... Так вот оставим. Так вот оставим. Вот тут поставим один вард. Отлично. Отлично, один вард поставим. Интересно, тут есть кто-нибудь? И вот тут по-любому надо сентри воткнуть. Ага, опс, сентри. Опс, сентри стоят, раздевардили. Драка у нас вардинга пошла. Свен мом, дагер. Сейчас будем во время пистов душить. Надо только дис надо накидывать заранее. Топа можно. Я хочу подраться именно. Кто здесь хочет подраться? Да, не успел я второй дать. Хорош. Не души. Не души. Сэф ульт в никуда. Что там есть ремнант? Оставляем ремнанта. Гоу, флеймгуарда. Ля, чё за фигня? Что с кнопками? Жесть, ЕС сейчас прыгнет. Чё за фигня с кнопками сейчас была? Завязал. Завязал. Хорошо. И я, походу, пятерку два раза, по два раза понажимал. Это жесть. Сам себе руинил прокаст. Очень тяжело. Т, С, 5. И нажать еще дис... Ой, дискорд надо же еще. Нажать еще дискорд надо. Еще же дискорд надо нажать. Жесть. Ну, блин, Этериал вообще сейчас не зашел. Вообще в никуда его кинул. Его, можно сказать, просто не было в драке. Хорошо. Ля, успеет отблинковаться. Успеет. Хорошо. Ну, ЦМ-ка бедная только. ЦМ-ка. За всех отдувается. О, сюда. Ремнантов все равно не хватает. Очень агрессивно на ремнантах летаешь. Гоу. Терела закинем туда, пацану. Будем закидывать еще. Единственное плохо, когда Этериал накидываешь, потом не бьет панда. Это только единственный такой минус был билда. Можно, в принципе, не делать. Если не хотите. Этериал. Смотрите, сколько дэмэджа. Так, 6 не забрали. Не забрали. Этериал уже есть почти. Хорошо, тут опс стоит. Завязал. Опа! А тут не ждан. Не успел. Не успел, гоу на базу. Сейчас догона докупим. Догона докупим. Чисто magic build такой. Гоу, гоу, гоу. Но это жестко, все равно. Успел. Успел. Сефа там душат толпой. Бедный Свен. Забрали все равно. То есть, ну, ребята, такая фановая катка, какой-то билд у нас получился магический. Не знаю, кому понравилось, нет, но вроде прикольно вышло. Через Discord это реально очень хороший и популярный, я думаю, страта будет в любом случае. Так что, друзья, вот такой вот у нас вышел гайд на Ксина. Надеюсь, эти игры вам понравятся, надеюсь, они вам будут более чем понятны, эти билды, сам герой по себе.
И, в принципе, на этом все, друзья. Ждите новые гайды, обязательно подписывайтесь, кто не подписан. И не забывайте, что гайдов на канале уже очень-очень много. Ну и, как говорится, давайте, друзья, с вами был Ксаназис, и до скорого.